Привет, ребята. Так, а где вспышка? Почему-то вспышки уже нету, когда запись ведешь. Нет прямых эфиров, придется поэтому так записывать. Вот бумажку я сохранил. Почему огурцы и помидоры портятся часто в магазинах? Ну, везде, в каждом магазине, где я ходил, огурцы в основном мятые, сохнут. Ну и помидоры то же самое, эти маленькие, грунтовые. Да потому что, видите, их нужно хранить от 10 до 14 градусов. А их хранят, ну, где-то в кладовках, там пока еще везут 20-25 градусов. Даже не 20, а 25 где-то в магазинах. Выкладывают, они целый день лежат. Вот поэтому они в херовом виде уже доходят до нас, до потребителей. Ну и так везде, кругом вот эти нарушения. Естественно, все будет плохо, плохое состояние овощей. А, и влажность еще, видите, должна быть высокая, чтобы они влагу не теряли. А стоит все дофига, ну, нормальных денег, больших, все помидоры, огурцы. Но если не искать самые дешевые, конечно, я искал самые дешевые, там сейчас они где-то доллар стоят килограмм. Ну, в основном так бывает и 2 доллара, а 2 доллара это уже цена очень приличная. На этом все, пока, ребята. Храните овощи от 10 до 14 градусов и влажность 90%.